Marco Vacazzo. Два грузина встретились, российский грузин, да чё это? Кацца и Люблю. Давай, давай, давай. Кацца и Вэт. Давай, давай. Дали один балл, улетел. Ну это опасный парень такой. Своеобразный такой. А сейчас видишь, теперь тот сверху будет. Да, да. А во втором будет он опять сверху. The next match on mat C is in the red corner, Selçuk Sevi from Turkey, and in the blue corner, Konstantin Steiner from Germany. Semi-final in 74. Опасный борец. Between Nico Schmidt, Germany, and Premier Bias. Нормально. Только сунулся, и все вылетит. Выиграл. On B, Zagaraya takes the first round. Сейчас надо бороться. Идет захват. Захват идет в наглую. Не боится бороться. Оттуда кидает. Давай, 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 делай. Сожри его. Боится сувать. Может он выиграл у него уверенно. Но он может отстоять сейчас. И тогда выиграет бал. Да. И будет двигать. Потому что 5 баллов. And we have a winner in the first semi-final in 66 kilo. The winner from Georgia, Manuchar Zagaraya. Give him a hand, audience.